На жаль, всі люди інколи хворіють. І коли ми хворіємо, часом навіть не замислюємося про те, що замість прийому ліків треба просто поговорити з другом або психологом. В яких же випадках треба звертатися до психолога, а не приймати вартісні ліки? Сьогодні ми з'ясуємо це і з гостею нашої студії. До нас завітала Світлана Іваненко, психолог, психотерапевт і тренер. Доброго вам ранку. Доброго утра. Наскільки важливою є ця тема для обговорення в нашому ефірі? Ця тема дуже важлива, тому що здоров'я – це одна з найважливіших цінностей в нашій житті. І правильно ви говорите, що ми іноді не задумуємося о тому, що таблетки – це може бути тільки один із способів допомогти собі. Іноді достатньо того, щоб прислухатися до своєму тілу, до того, о чому воно говорить, вот, і, можливо, віддихнути, можливо, поговорити, можливо, виразити якісь чувства. А коли ж людина, яка захворіла, може зрозуміти, що йому потрібен не лікар, терапевт, а саме психолог? Ну, самая главная причина, по которой нужно обращаться к психотерапевту, к психологу, это когда человек проходит обследование, и врачи не находят причин того, что с человеком происходит. То есть, когда симптоматика не находит отражения вот в каких-то анализах, диагнозах и так далее. Вот. Но можно сказать, что любое заболевание имеет в своей природе какую-то психосоматическую причину. Абсолютно любое. Просто в разной мере. Да, в какой-то мере это больше телесные проявления, да, например, там, период омления, регулярные погрешности в питании, в какой-то мере, да, конечно, вот сейчас будет актуально, а в какой-то мере это всегда психосоматика, то есть это наши подавленные переживания, наши стрессы, взаимоотношения. Наш телефон 76-92-42, ви можете подзвонити до нас у прямий ефір і поставити своє запитання нашій гості. А ми поцікавилися у миколаївців. Чи відчували вони подібні симптоми? Давайте подивимося, що нам відповіли наші земляки. Наше тіло – складний механізм. Воно чутливо реагує не лише на зовнішні, але й на внутрішні фактори. Доктор Сьюзен Бабель висунула цікаву теорію про сигнали нашого тіла. Вона вважає, що дискомфорт і біль бувають сигналами про внутрішні переживання, а хронічні болі – це симптоми стресу та емоційних проблем. Чи відомо миколаївцям про психосоматичні захворювання? Зараз дізнаємося. Слышали, конечно. Ну, понятно, когда у человека иммунитет падает на фоне таких заболеваний, он заболевает, это естественно. Нет, за собой такого не помню. Не помните, да? А вообще слышали о таком понятии? Даже не слышал. Слышала, но, слава богу, в моей семье такого нет. Нет, я, честно говоря, как бы не сталкивался с этим. Но слышать, конечно, может быть, каких краем уха слышал. Я знаю, что раковые клетки бьются именно из-за нервов, из-за переживаний и так далее. То есть человек где-то какой-то стресс получил. У моей знакомой, например, муж всегда мечтал уехать в Польшу, работать там водителем. Его избили, это его была мечта. Он сломался внутренне психологически, у него развился рак желудка. То есть как-то так. Поэтому, да, есть такое. Більшість опитуваних людей все ж таки не визнало можливість захворіти від емоцій, але дехто і підтвердив такі. Скажіть, будь ласка, а як наші емоції можуть впливати на здоров'я? Не емоції самі по собі впливають на наше здоров'я, а то, як ми з ними обходимося. То есть подавленные переживания, они по закону сохранения энергии, они никуда не уходят, они остаются в нашем теле, остаются в каких-то органах, в каких-то нарушениях, проявлениях и так далее. Причем нашему сердцу абсолютно все равно, тонна ненависти или тонна нежности лежит на нем. Это все равно груз невыраженного. Правда? А які правила є, як поводитися із своїми почуттями, щоб вони не залишалися ось таким тягарем на наших серцях, на наших душах? И на нашем теле, відповідно. Правда, есть такие правила. Конечно, их ними нельзя регламентировать все отношения, потому что они не могут быть, там, например, там, нужно делать так и так. Но тем не менее, очень важно понимать, осознавать свои чувства, ну хотя бы осознавать. Не всегда их можно выразить, но хотя бы осознавать.
Если мы хотим выразить свои чувства и эмоции, то важно говорить другому человеку «я» сообщением, то есть «я чувствую», но не «ты поступил так-то, так-то», а «я чувствую в этот момент», там, «злюсь», «раздражаюсь», «я», то есть присваивать это все себе. Вот. Ну и, конечно, важно выражать теплые эмоции, потому что, опять-таки, вопрос не в том, что там позитивное и негативное чувство, вопрос в том, что любые чувства, которые подавляются, они становятся основой переживаний и основой каких-то психосоматических процессов. Наприклад, нерозділене кохання може стати причиною хвороби, а може, якщо виразити, може стати збіркою прекрасних віршів чи нової пісні. Возможно. А от якщо людина захворіла, так, чи можна по хворобі чи по симптому з'ясувати щось про людину, про її проблеми? Про що говорять симптоми хвороб? Симптоми дуже говорящі. Симптомы очень говорящие, и существует очень много сейчас в средствах массовой информации, очень много таблиц, схем того, как можно определить, вот, например, что стоит за болезнями сердца, за болезнями там, желудочно-кишечного. Например, болит голова. Ну, если болит голова, это часто от подавленного напряжения, то есть это от удержанной злости часто. Это часто бывает в случаях, когда человек оставляет внутри какой-то внутренний конфликт или внешний конфликт. То есть постоянно он перепроживает его. Вообще, в принципе, любые заболевания, они возникают тогда, когда в жизни человека случаются какие-то ситуации, и они не доживаются до конца, то есть в них не поставлена точка. И можно сказать, что ситуация, которая произошла много лет назад, но она внутри еще жива, да, она все так же может еще влиять. А що робити, коли болить голова? От ви сказали, що з чим це може бути пов'язане, а що треба з цим робити? Ну, опять-таки, тема нашого діалогу, нашої бесіди, о чому говорить симптом, так? Да? Вот, правда, он говорящий, он говорит о том, вот что делать, понять, услышать его, постараться услышать его. Ну, как вариант, задать себе вопрос, о чем болит голова. Он такой немножко нестандартный этот вопрос. Философский. Философский, но тем не менее, вот вы знаете, когда действительно болит, и этот вопрос я задаю своим клиентам, то как-то ответы находятся. Можно еще вспомнить, постараться вспомнить, когда начался этот симптом, когда началось проявление его, то есть с каких событий, ну, которые произошли вот накануне, во время, может быть, немножечко раньше. Очень часто именно в этих событиях кроются причины, именно в этих событиях. Ну и тогда уже вот понимать то, как можно с этими событиями обращаться. Часто это взаимоотношения. Собственно говоря, все заболевания, они лежат в плоскости взаимоотношений. Давайте поговоримо більш конкретно, щоб ми могли дати нашим глядачам ранкової програми більш конкретні поради. Якщо болить шия, то це якийсь тягар, мабуть, хтось сидить на шиї. Возможно. Возможно. Дело в том, что вот эти привязки существуют, например, да, если болит шея, то это часто очень, ну, скорее всего, не кто-то сидит, это человек сам, да, мы будем говорить об ответственности человека личной, это человек сам возложил на себя лишнюю, не надмирно свою ответственность. Абсолютно верно. Зрозумів. Якщо болять руки, лікті, наприклад? Ну вот очень часто встречаю вот руки, когда болят, когда не разгибается вот этот локтевой сустав, это о том, что человек удерживает какое-то движение. Ну это может быть движение как ударить, да, которое возникает в порыве гнева, как движение к человеку обнять. Стримує емоції свої, да, так? Якщо болить серце? Ну, сердце, я уже говорила, вот это либо про ненависть, либо про нежность. Это может быть про переживания, связанные с невыраженным гневом. Это может быть переживания, связанные с невыраженными чувствами, теплыми. Вот. И сердце отвечает за нашу реализацию в жизни. То есть если человек не находит себя в жизни, да, очень часто он откликается сердцем, когда у него рушатся какие-то жизненные планы. Що робити? Іти к психологу. Зрозуміло. Животик болить. Це не апендицит, відразу знають наші глядачі, що треба провіритися. Перевіряють, нічого не знаходять, а живіт болить. Ну, опять-таки,
Можно говорить о каких-то общих причинах, да? Можно, но чаще это бывают какие-то, ну, более индивидуальные причины. Если про общие, то это, ну, можно догадываться о том, что какую-то ситуацию человек не смог переварить. То есть не смог смириться, справиться, прожить, отпустить. От, как людина говорила, так, да, в опитывании, не смог пережить, да, ситуацию. Да, да, ну вот говорилось в вопросе об онкологии. Онкология вообще считается болезнью сложенных крыльев. То есть когда человек смиряется под гнетом каких-либо обстоятельств и не находит в себе внутренних сил для того, чтобы продолжать двигаться дальше. А еще говорят, что если болят ноги, то людина боится идти, рухаться вперед. Да. Есть такая причина, она часто встречается, когда человек ставит перед собой какую-либо задачу, но боится к ней двигаться, вот, то реагируют суставы, реагируют мышцы, ну и каким-то образом вот, тело сообщает о том, что все-таки двигайся вперед. Есть какие-то правила, за которыми люди должны реагировать на симптомы и поводить себя с своими почуттями и эмоциями? Ну, правило первое, самое главное, прислушаться. То есть помнить о том, что тело говорящее. Тело говорит с нами на языке чувств, говорит с нами на языке симптомов. Вот. И за симптомом всегда лежит какая-то важная потребность. За симптомом всегда лежит то, что человек недополучает в этой жизни. Вот сейчас вот осень, да, и, к сожалению, возможны острые респираторные заболевания. Так вот, им больше подвержены люди, которые не позволяют себе отдыхать, например. Ну, которые много работают и не находят времени для себя. Так вот, тело говорит: хватит. Пора, да. И когда человек самостоятельно не позволяет себе этот отдых, то тогда это за него делает тело. Скажите, у детей подобное выявление эмоций? Дети более открыты в выражении чувств. У детей немножечко другая картина. Дети больше реагируют на семейные сценарии, на семейные отношения. Вот. И очень часто дети болеют тогда, когда недополучают внимание взрослых. Тогда, когда... И тогда мама змушена быть больше, да, дома с дитиной. Да, да, да. То есть болезнь – это всегда... Вот первый пласт – это эмоции и чувства, почему их важно замечать, осознавать. А за эмоциями – это всегда какая-то внутренняя потребность. Так вот, потребность ребенка в любви, внимании – это, ну, ну, скажем так, это классика жанра. Дякую, ваші поради ось сьогодні в цей туманний осінній ранок для наших глядачів щось корисне. Да, благодарю вас. Будь ласка, звертайтеся до глядачів. Дорогі зрителі, во время осені, зими, весни, лета, я могу сказать, что важно проявлять свои чувства, и это касается чувств так как теплых, так и чувств, которые накопились у вас на сердце. Вот, и будьте счастливы, будьте здоровы. Світлана Іваненко, психотерапевт, психолог і тренер у нашій студії сьогодні зранку зі своїми корисними порадами. Дякую вам і приємного вам продовження дня.